Всем привет! В этом видео хочу рассказать о некоторых особенностях сегодняшнего обновления. Основной список обновлений вы можете найти на официальном сайте, но в этом списке есть два важных, на мой взгляд, два важных обновления, которые они просто написали одной строкой и не рассказали подробнее об этом. Первое, что я хочу показать, это новая награда за ноды. То есть раньше награды там были ужасные, мы отправляли рабочих и, блин, на мой взгляд, раньше было выгоднее отправлять именно за ресурсами рабочих, чем вот отправлять ради каких-либо предметов. Сейчас все изменилось, добавили очень интересные награды. Вот на скриншоте видно, например, в одном случае 600 рунных осколков, на другом скриншоте 1000 реликвий. И важный момент, что это все может умножиться x2. То есть в первом случае 1200 осколков, во втором 2000 осколков реликвий. Ну, короче, я об этом вам рассказал. И рекомендую оценить, насколько это прибыльно. И если это для вас кажется выгодным вариантом, начинайте заниматься нодами. Второе, тоже важное обновление, на мой взгляд, но тут они вот об этом написали, что подняли уровень боссов. То есть теперь максимальный уровень боссов не 23, как был раньше, а 50. То есть сразу же можно поднять босса руин, ну и обычных боссов, у кого они были на максимум, поднимайте с удовольствием. Получайте халявный БС. Ну и бонусом я хотел рассказать о паке, который на первый взгляд может казаться выгодным, но на самом деле это не так. Добавили новую цепочку как бы итемов. Покупайте 6 штук и в конце получите бижутерию и много еще всего полезного. Первый итем стоит 100 жемчуга черного. Ну и я на первый, когда увидел, я подумал, что вся цепочка состоит из черного жемчуга. Но на самом деле это не так. Первый итем 100 жемчуга черного, второй итем 300 жемчуга черного. И дальше, чтобы получить все 6 итемов, нужно заплатить еще 4350 белого жемчуга. То есть по-любому нужно донатить. А для игроков, которые не донатят, ну, это не для них. Проходим мимо, ребята. Ну, собственно, на этом все. Если для вас видео было полезным, подписывайтесь. Всем спасибо, всем пока.